Windows, я вам покажу самый удобный, самый практичный, самый легкий в монтаже напольный плинтус, который я всегда предпочитаю использовать в работе. Всегда рекомендую заказчикам, которые собираются покупать плинтуса. В общем, данный плинтус, в нем очень много преимуществ и практически нет недостатков. Поэтому смотрите это видео и вы увидите тот плинтус, который я предпочитаю в работе и всегда рекомендую всем. Во время монтажа плотно прижимаем монтажную пластину к полу и также к стене, чтобы соприкосновение стеной с полом было плотным. При монтаже декоративной накладки остается небольшое пространство между монтажной частью и декоративной накладкой. И именно вот это вот пространство, вот эта вот пустота предназначена для того, чтобы в дальнейшем, когда вы в будущем захотите поменять обои, не снимали монтажную пластину полностью, а просто доводили обои до этой части и уже потом декоративной накладкой вы просто закрывали место туда, там где заканчиваются обои. Также это место можно использовать для прокладки кабелей. Также вот эти все три пространства здесь остаются, куда можно смело засунуть кабеля, которые вам нужно будет протянуть по комнате. Это очень удобно в тех случаях, если вы вдруг забыли, что где-то у вас должен находиться, допустим, компьютер, либо телефон стационарный, ну то есть куда нужно всегда протянуть кабель. И вот в таких вот случаях очень удобно использовать данные каналы. Если уже у вас все в порядке, то есть кабеля выведены туда, куда надо, то можете просто использовать данный плинтус для монтажа, чтобы с последующим переклеиванием обоев у вас уже не возникало проблем и вам не приходилось демонтировать полностью плинтус, как его дешевые аналоги, которые используются просто с кабель-каналом. Когда вы переклеиваете обои, вам приходится демонтировать полностью плинтус. Я считаю такие плинтусы одноразовые, потому что каждый раз, когда вы демонтируете плинтус, он может сломаться. Но в данном случае вы просто снимаете накладку, переклеиваете обои и монтируете накладку обратно. Все это очень просто, удобно и очень легко делается. То есть любой желающий без опыта может спокойно использовать данный плинтус для монтажа у себя в квартире. Ну, сейчас я вам покажу небольшой отрывок, как происходит монтаж данного плинтуса. И вы сами все поймете, как это все происходит легко. Монтируя монтажную пластину, можно спокойно подрезать ее с помощью обычных ножниц. Того размера, сколько вам это будет нужно. Проще говоря, монтируйте планку по всему периметру комнаты, а потом уже закрываете все это декоративной накладкой. Чем удобен данный плинтус? Тем, что монтажную планку вы можете монтировать в любое время, даже при отсутствии обоев. И потом уже после того, как обои будут наклеены, можно спокойно закрыть это все декоративной планкой. И уже будет готовый и завершенный вид. Про резиненные ковчики, которые плотно прижимаются к любой поверхности, будь то пол, есть такая резиновая накладка, которая не препятствует попаданию воды под плинтус. И также вот здесь вот поверху идет тоже резиновая накладка, которая не дает пыли проникать за плинтус. То есть он плотно прижимается к стене. Если у вас, допустим, неровный пол и неровные стены, данная резиновая накладка, она просто сглаживает данный момент и уже все выглядит красиво. Преимущество данной накладки в том, что ее можно также спокойно обрезать с помощью обычных ножниц по металлу. Но для тех, кому хочется сделать ровный и красивый рез, могут использовать ножовку либо болгарку. Я, по крайней мере, делаю это спокойно с помощью ножниц по металлу.
и просто монтируем накладку на место. Вот и все. Такая же процедура с другой стороны. Поправляем резинки во время монтажа, чтобы все красиво и плотно прижималось к стене и к полу. Ну вот, в принципе, вот так вот проходит монтаж данного плинтуса. Как видите, все это довольно-таки просто. Никаких особых усилий прилагать не надо. Знаний тут тоже не нужны. Просто монтируйте данный плинтус на стену, устанавливайте монтажную пластину и делайте, фиксируйте декоративную накладку. Все. Монтаж простой, несложный, удобный. То есть вот столько плюсов данного плинтуса. Кстати, еще ни один заказчик не пожалел о том, что как я ему поставил данный плинтус. Многие даже радуются, когда приходится переклеивать обои, просто снимают накладку, клеят обои и смонтируют накладку на место. То есть никакого шума, пыли лишнего нету. Все проходит очень просто и легко. Поэтому рекомендую всем заказчикам, монтажникам использовать данный плинтус в работе. Очень удобно, очень красиво, очень практично. Вот такой вот результат, в общем, у меня здесь получился. Друзья, ну что ж, на этом монтаж напольного плинтуса можно считать законченным. Я вам показывал весь процесс монтажа, объяснил его преимущества. Надеюсь, это было все убедительно, и вы теперь можете сделать правильный выбор в отношении данного плинтуса. Если же каким-то образом он вам не понравился, то можете написать в комментариях причину, по которой он вам не нравится, по которой он вас не устраивает, либо еще какая-то другая причина, по которой вы не купили бы себе этот плинтус и не установили бы его себе дома. Хочу заметить, что данные плинтуса имеются разных оттенков, цветов, не только тот, который я вам показывал. Их многообразие, так что это лучше вам выбирать и подбирать это все в магазине, там, где вы можете выбрать свое напольное покрытие, или можете не связывать напольное покрытие и плинтуса, вы можете плинтуса подобрать уже под интерьер. Но все это зависит от вашего выбора. Я никоим образом не хочу на него повлиять, просто делаю один шаг, то есть подталкиваю вас к тому, чтобы вы всегда делали правильный выбор и делали всегда качественные ремонты. Ну что ж, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, это видео для вас было полезно. Ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал. Ну и смотрите другие видео, которые также будут очень полезны, познавательные. Все эти видео на канале Перестроек 116. Меня зовут Ленар. Мои инстаграмы и контакты, все ссылки будут в описании. Так что заходите, подписывайтесь. На этом у меня все. Всем удачных ремонтов. До встречи на новых видео. Всем пока-пока.